Картина была заказана Рафаэлю в 1516 году кардиналом Джулио де Медичи для собора города Нарбона, архиепископом которого он был. Одновременно кардинал заказал для того же собора воскрешение Лазаря, Себастьяну дель Пьембо, последователю Микеланджело, а значит сопернику Рафаэля. И началась самая настоящая распря. Раздраженный соседством, Рафаэль сам написал картину, не прибегая к помощи многочисленных учеников. Он приступил к работе не раньше июля 1518 года и закончил перед самой смертью, последовавшей 6 апреля 1520 года. Тело художника было выставлено в Пантеоне вместе с только что завершенной картиной. Говорили, что голову Христа он написал непосредственно накануне своей кончины. Затем, спустя 6 дней, преображение было показано публике вместе с воскрешением Лазаря Себастьяна, что положило начало состязания манер Рафаэля и Микеланджело, продлившемуся целое столетие. Поначалу Рафаэль задумал преображение в соответствии с традиционным каноном, как изображение одного события. Сцена преображения должна была занимать все пространство, и лишь позднее он ввел в картину эпизод исцеления бесноватого. Как у Рафаэля, так и у Себастьяна в изображенных ими исцелениях можно усмотреть намек на Медичи, которым принадлежали и папа Лев X и его племянник.